В Минске откроют храм-памятник всех святых. Церемония пройдет в один из важных православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, после чего храм будет открыт для прихожан. Это событие не только связанное с этим храмом, но событие, связанное с нашей страной. Потому что храм на протяжении вот этих десятилетий строился под высоким патронажем главы нашего государства, покойного патриарха Алексея II, с участием и финансовым, в том числе, государства, города Минска. Поэтому, если говорить в преломлении к светскому пониманию и мировосприятию, то это завершение тех трудов и усилий, которые были предприняты многими жителями нашей страны, кто лептой, кто трудом, кто пожертвованиями, к тому, чтобы это событие состоялось 14 октября. На торжества приедет святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл. Он посетит нашу страну в связи с празднованием 1030-летия крещения Руси. Патриарх примет участие в заседании Священного Синода, также в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия освобождения Беларуси.